Доброго дня, меня зовут Марина. Я являюсь руководителем торгового дома сети развивающих центров. И зимой этого года проходило тестирование в научно-исследовательском центре банка. Что мне дало это тестирование? Новый взгляд на себя, на свои способности, на свои возможности. Почему мне сложно в одной отрасли, да, и я с легкостью нахожу возможности развиваться в другой. После беседы с Альфридом и потом с Николаем Игнатьевичем я для себя отметила очень важные вещи, которые сейчас использую в работе. Считаю, что это исследование очень полезно сегодня для тех, кто еще не определился, для тех, кто находится до сих пор в поиске себя. Мы знаем, что время сегодня – это самое ценное, что есть у нас. Второе – это для тех людей, которые, в принципе, наверное, для старшеклассников, или же для их родителей, которые хотели бы помочь правильно направить своих любимых чад в нужное русло. Потому что когда мы идем учиться не в тот вуз, когда у нас одни способности, а мы, в принципе, начинаем развиваться в другом, мы теряем время, потому что через время мы все равно приходим к тому, что нам по душе. Исследование в центре мне позволило по-новому смотреть на себя, на свои возможности, на то, что мне нужно развивать в дальнейшем. Очень рекомендую пройти и ознакомиться. Всем хорош, всем успехов!